В ходе учений подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона тушили условный пожар в гостинице «Бурятия». Всего на месте работало 7 единиц техники и 22 человека личного состава. По замыслу условное возгорание произошло на 8-м этаже здания. Двое пострадавших, условно находившихся, один в номере, один в фойе. Один эвакуирован был автолестницей по замыслу. Один силами, звеньями ГДЗС по лестничному маршу. Силами администрации до прибытия пожарных из здания условно были эвакуированы 126 человек. Для ликвидации очага на месте была организована работа штаба пожаротушения, силами которого было сформировано 3 боевых участка. Огонь был полностью ликвидирован за 24 минуты на площади 80 квадратных метров. В селе Мостовка Прибайкальского района произошло возгорание надворных построек. До приезда огнеборцев местные жители спасли скот и активно тушили пожар подручными средствами. На момент прибытия огнеборцев горели сеновал и стайка. Была угроза перехода огня на жилые строения. Пожарные встали на защиту домов. По оперативной информации, в результате пожара сгорел сеновал, находящийся внутри сена и стайка. Совместными усилиями переход огня на жилые дома не допущен. Причины пожара и нанесенный ущерб устанавливаются. К другим темам. ДТП на федеральной трассе. По словам аварийных комиссаров, автомобиль Toyota Fielder притормозил для поворота налево. В это время в него въехала Toyota Premio. Пострадавших нет. Андрей Слепнев, новости дня.